Уже, наверное, четвертое или пятое служение, сижу, борюсь, думаю, да меня все знают, зачем выходить, но почему-то именно вот в этом году Бог меня особенно побуждает на каждом служении выйти и сказать. Знаете, ровно 11 лет назад, весной, я не была такая красивая, чистая, я шла с милиции, побитая, вся грязная, и жить совершенно уже не хотелось, хотя она довольно-таки была молодой и уже не видела никакого смысла, и через... 3 месяца, стоя на реабилитации, я думаю, зачем я сюда приехала? Знаете, когда Бога нет в сердце, думаешь, вообще, зачем я сюда приехала? Стою с этой шваброй в какой-то деревне. Вы знаете, я не знаю, не могу объяснить, но наш Бог, Он сверхъестественный. Правда, мы же верим в Бога сверхъестественного, да? Просто я стояла с этой шваброй, и пришел Бог. Я не взывала к Нему, я не знаю, как это. Он просто пришел, я помню свою первую, что я Ему сказала, говорю, неужели я могу теперь быть полезной тебе, что-то служить, что-то делать? И Бог сказал, да, и в своей жизни, правда, уже вот эти 11 лет Бог столько являет славы. И когда мне, знаете, говорят, ну, кто меня знает, ой, ты такая молодец, ты такая вот здесь талантливая, ты вот здесь вот все так хорошо. Вы знаете, 11 лет назад у меня были эти таланты, эти умения, но ничего не созидало в моей жизни, только разрушало. И вот то, что сейчас я имею, то, что сейчас я делаю, то, что вообще... Какая моя сейчас жизнь, мои дети, мой муж. Это все только слава Господу. Это не я какая-то молодец. Это настолько сверхъестественная Его сила. Слава Богу.